Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как сбросить упоминание о сервисном интервале на автомобиле Skoda Yeti. Есть много вариантов, все зависит от того, какая именно комплектация автомобиля. В моем видео представлен автомобиль Skoda Yeti 2012 года с Максидотом. Это вот такая вот замечательная панель между спидометром и тахометром. Как видите, у меня есть такое вот напоминание. Необходимо немедленно пройти ТО. ТО я прошел, но сервисный интервал, точнее вот это напоминание о необходимости пройти ТО, на сервисе не сбросили. Есть несколько вариантов, как сбросить. Некоторые говорят, что надо сделать. Надо нажать вот эту кнопочку, удерживать ее. Кто говорит там 5 секунд, кто говорит сколько. И удерживая эту кнопку, включить зажигание. У вас должно появиться меню для сброса. Кто-то говорит, что надо удерживать эту кнопочку, также включить зажигание и сразу же нажать на эту кнопку. И также появляется это меню. В моем случае все намного проще. Завожу автомобиль, беру вот эти кнопочки, нажимаю и удерживаю. Вот такое меню появилось, где я могу выбрать язык и много-много всякого. Я листаю вниз, и здесь у меня есть такое ТО. Чтобы выбрать этот пункт, вот под этим рычагом снизу вот здесь есть кнопочка. Я на нее нажимаю. Раз. И перешел я под меню ТО. Этими же стрелочками вот листаю. Как видите, я могу выбрать обнуление. Опять же нажимаю подтверждение. Обнулит ТО? Да. Все, индикатор ТО обнулен. Все, назад. 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 Ну, давайте заглушим автомобиль. Включаем зажигание. Как видите, напоминания о ТО у меня теперь нет. В Максидоте можно очень много разных всяких настроек повыбирать. Если у вас он есть, я думаю, вы с ним разберетесь. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.